Мужчина заметил мусорный контейнер зеленого цвета, стоявший на краю леса. Он вместе со своими друзьями решил подойти поближе, чтобы заглянуть внутрь. А там сидело пятеро перепуганных маленьких щенков. Питомцы были настолько маленькими, что не могли самостоятельно выкарабкаться из мусорного контейнера. Это могло означать только одно: кто-то нарочно их туда засунул, а потом бросил. Щенки были заперты и находились на солнцепёке. Мужчина, который нашел животных, накормил их и напоил, а потом связался со спасателями, которые приехали на место происшествия и забрали щенков. Слабенькие крохи были сильно обезвожены, но обильное питье, хорошее питание и лечебная ванна помогли им почувствовать себя лучше. На вид щенкам было около 6 недель. Им сделали прививки, дали лекарства от глистов и обработали от блох. Сейчас они чувствуют себя отлично и быстро растут. Волонтеры очень благодарны мужчине, который вовремя нашел питомцев и спас им жизнь. Сейчас малышам обеспечен отличный уход и забота.